Доброго всем времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас на видеоканале «Территория уюта» и я его ведущая Анна. Согласитесь, ничто так не создает атмосферу уюта, как свеча с ее живым пляшущим огоньком. Будь то цилиндрические высокие свечи с живописно оплавившимся воском, либо большие, основательные, горящие изнутри, потому что фитилек уже ушел в самое сердце свечи. Свечи активно используются в современном декоре интерьеров. Это могут быть целые композиции, либо одиночно стоящие свечи. Вы можете на камин поставить одну свечку, либо целый канделябр из 5 свечей и дополнить их фигурными свечами. И, конечно, свечей никогда не бывает много, и всегда они будут прекрасно подходить к интерьеру. Ну и, конечно, если у нас благородный классический стиль, то в нем будет странно смотреться свечка в виде Микки Мауса. Но мы такие варианты рассматривать не будем. Обычно свечи бывают цилиндрические. Декоративные свечи делаются, конечно, не из воска, а из парафина с разными добавками. Очень хорошо смотрятся в интерьере однотипные свечи разной высоты. В декоре часто используются фигурные свечи. Вот эти очень подходят для загородного домика или дачи. Они ассоциируются с тем, что вы увидите, когда выйдете из дома. Природные формы не всегда выглядят естественно. Такие металлизированные яблоки, которые можно поставить в ряд, подойдут даже для современного рабочего кабинета. Свечи часто дарят в подарок, потому что они бывают очень красиво упакованы или уже снабжены подсвечниками-стаканчиками. Они выглядят очень нарядно и создают праздничное настроение. Атмосфера праздника или романтического свидания создается мгновенно, нужно лишь расставить свечи в правильных местах и чиркнуть спичкой. Уют и правильный настрой создается не только видом свечей, но и ароматами, которые они могут источать. Ароматизированные чайные свечи придают шарм вашему чаепитию или помогут быстрее заснуть. В последнее время большую популярность приобрели светодиодные или так называемые LED-свечи. Они, что называется, светят, но не греют, а при этом создают абсолютное такое же ощущение, как свечи традиционные. Чтобы зажечь LED-свечу, нужно переключить кнопку ON-OFF. А чтобы потушить, достаточно просто встряхнуть ее или задуть, как обычную. При этом LED-свеча не оплавится и не сгорит. Она совершенно безопасна, и об нее невозможно обжечься. Свеча будет гореть до тех пор, пока работает батарейка. LED-свечи также бывают ароматизированными. Благоухание они начинают источать только когда горят, тогда как простые светодиодные свечи вообще ничем не пахнут. Вот эти свечи – папоротник и цмин с натуральными сухоцветами – привносят в интерьер свежесть и естественность эко-стиля. А вот эта вот свеча погружает меня в романтическое настроение. Если вы увлекаетесь таро, то, наверное, в курсе, что розовый цвет свечи – это символ любви, счастья и дружбы. Не знаю, относится ли это к LED-свечам, но я думаю, вечные ценности на то и вечные, что на них ничего не влияет. С вами была ваш уютолог Анна. Пусть в вашем доме всегда царит гармония, благополучие и уют. До новых встреч!